Чула пишет. Здравствуйте, Михаил Лайтман. Моему сыну 15 лет. И все вроде бы хорошо. Он и его друзья растут в обществе, где мы, родители, стараемся привить им ценности любви к другим, взаимной связи, дружбы. Но, несмотря на наши усилия, я вдруг вижу, как много пренебрежения у них друг к другу, унижений и насмешек в адрес слабых. Сердце болит все это видеть, руки опускаются, куда уходят все наши усилия. Получается, что то, что они впитывают в школе, в интернете, сильнее тех ценностей, которые мы хотим им привить. Скажите, что нам делать? Как научить их взаимному уважению, дружбе? Как научить их быть добрыми друг к другу? Вы же говорите все время об этом. Как? Все-таки рассказать им о том, что основной главный закон природы – это соединение, доброжелательность, объединение, когда люди движутся друг к другу. И в таком случае только мы можем надеяться на счастливое продолжение. А если нет, то природа нас будет учить, как мы это видим на всех ее уровнях, чтобы привести нас к этому решению. То есть нас так или иначе будут корректировать вот к этому решению? Да, да. Вот я как вижу, родители учат детей этому, то есть рассказывают больше и больше, а результат все равно обратный. Все да, равно. Естественно. Вот это чтобы не забрать у человека свободу воли. То есть его свобода сейчас – это унижать другого, это да, проявлять свой эгоизм, такая? Ну, да. Да? Да. То есть что, мы должны терпеливо как бы выждать, когда они намучаются или как, дети? Может быть. Даже так? Да. Может быть, когда убедятся, что их путь, он путь тупиковый. То есть и все равно нам продолжать? Все равно продолжать, вот рассказывать о взаимном поручительстве, о любви, о дружбе. Все равно продолжать? Да. Даже вот если... Это не имеет значения. Даже если руки опускаются, ты напротив... Да, 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 ты должен это все говорить. Вот я напротив стены, не слышат меня. Все равно говорю? Это неважно, должен говорить. Как я дырочку пробью в этой стене? Как я его... Именно своим постоянством. Да? То есть вы за упорство родителей, да? Другого нет.